Всем привет! Сегодня я подготавливаю семена моркови для посева. Этот способ я делаю заранее, пока не начались дачно-огородные работы. Этим способом я высевала в том году морковь. Очень мне этот способ понравился, удобно. Морковь всходит дружно, урожай хороший. Конечно, если семена моркови будут всхожие, то все получается на 100%. Кто смотрел мои дачные видео, урожай моркови я показывала, какой был. Морковь выросла ровная, хорошая, большая. Поэтому таким способом буду и сеять в этом году. Этот способ я увидела, воспользовалась, он мне понравился и делюсь. Для этого способа я использую туалетную бумагу Зева. У меня трехслойная она, и я разделяю ее каждый слой отдельно. Разрезаю вот на такие квадратики или прямоугольники. Тоненько-тоненькие, видите, они получаются однослойные, то есть. Нарезала вот так, когда у меня было время, подготовила заранее. Теперь беру семена моркови, высыпаю на бумажку. Немного, все не надо, потому что их много в пакетике. Так вот немножко растрясу, чтобы они были отдельно. В блюдце беру воды. Немного смачиваю палец. Раз сюда. Зубочистку. Смачиваю воду. Прилепляю к зубочистке сюда на серединку и закручиваю вот такой шарик или колбаску, как удобно. Очень все быстро происходит, никакой сложности. Вот так накручиваем вот такие вот шарики. Смотрите, я уже здесь накрутила. Когда все накрутите столько, сколько вам нужно, я потом оставляю на денек, чтобы они чуть-чуть подсохли. Но бумага не такая сильно влажная, подсыхает. Потом высыпаю пакет, где были семена. Вот я уже тут накрутила один сорт моркови. Видите, выглядит вот так. Когда высыхает, ничего не разворачивается. Как остаются вот такие вот самокрутки, так и остаются. Чем хорош этот способ? Тем хорош, что вы сеете семена как редиску и уже сеете на такое расстояние, какое нужно. И морковь вот при посеве таким способом семян я не прореживаю. Сею я морковку бороздки, делаю бороздки во всю длину грядки, несколько штук. Поливаю водой, потом вот так вот эти семена набрасываю, засыпаю землей, опять поливаю, и морковь растет. Вы можете сказать, а зачем тратить время крутить вот такие шарики? Самокрутки. Можно купить морковь в гранулах. Я покупала в гранулах, и причем не один раз. Высевала гранулами. Они очень долго всходят. Потом на грядках получаются такие проплешины, и приходится постоянно подсаживать. Также я сеяла морковь в лентах. Покупала ленты, тоже продаются. Всхожесть в лентах семян лучше. Ну, тоже как-то мне это не очень нравится. Растягивать по всей грядке ленте, мне неудобно. А вот именно вот эти вот самокрутки, конечно, время потратить можно. Но вечерок посидеть и, например, пачку вот такую морковки накрутить. Я думаю, это не будет сложно. Тем более, очень удобно. Вот такой способ подготовки семян морковки. Если вас это заинтересовало, можете немножко даже, не хотите много сделать, попробовать посеять там какой-то участочек и понаблюдать, как будет сходить. Эта бумага Зева, при попадании воды на нее, она очень хорошо расщепляется и семена быстро всходят. Не знаю, как будет с другой бумагой, если, например, более плотная, либо салфетку накрутить. Не пробовала, я только вот делала именно с Зевой, потому что всегда ей пользуюсь. Так, еще, знаете, хочу вам сказать, видите, вот этот вот сладкий болгарский перец мне девчата подписали в комментариях. Очень хорошо покупать семена от перца, который продается в магазине. Большой красный болгарский я купила и посеяла. Смотрите, какие перцы взошли хорошие, и причем все дружно, я немного посеяла их. Что из него вырастет, самой очень интересно. Каков будет результат, я обязательно покажу. Таким способом сегодня хотела с вами поделиться. До новых встреч и пока-пока!